Карликовые игрунки – одни из самых маленьких приматов, обитающие в верховьях Амазонки, в странах, таких как Колумбия, Бразилия, Эквадор, Боливия и Перу. Эти обезьяны активно перемещаются по деревьям, где ищут пищу, включая фрукты и насекомых, и время от времени спускаются на землю в поисках дополнительной пищи и воды. У них характерно длинный хвост, помогающий им балансировать на деревьях. Карликовые игрунки живут в социальных группах, которые могут состоять из нескольких взрослых особей и их потомства. Их небольшой размер и уникальный образ жизни в амазонской джунгли делают их предметом интереса для исследователей.